я должен быть заключен на всю жизнь. Это несправедливо. Возможно, я самый милый преступник, которого вы когда-либо встречали. Звонок от голливудского продюсера объяснил мне невероятную возможность. Это сделает вас звездой. Через 6 дней я лечу в Индонезию. История, как из голливудского фильма. Творческих людей заманили в Индонезию обещаниями работы от крупных деятелей Голливуда. Актеры, фотографы, визажисты. Буквально сотни жертв со всего мира. Я исчерпал все свои сбережения. $200. Больше миллиона долларов. Но дело не в деньгах. О чем-то другом. У нас особые отношения. Вы понимаете, о чем я? А потом она сказала: «Сними рубашку». Это действительно ужасный человек. Она хотела проникнуть в мысли людей, исказить их и разрушить. Их единственная цель — психологическое опустошение. Мы были полностью параноидальны. Как мне отсюда выбраться? Кому доверять? Что заставляет создать такую фантазию? Мы должны выяснить, кто стоит за этим. В центре всего этого таинственная фигура, известная как Хан.